Всем привет, с вами Вадим Казин, и сегодня в этом видео я хочу поделиться с вами двумя советами, либо лайфхаками, как максимально выгодно прокачать своих командиров. Давайте быстренько перейдем к таблице. Новая шкала опыта, пожалуйста, она перед вами, наверняка вы ее уже видели. Суть в этой таблице в том, что в настоящий момент у нас для получения, допустим, там 10 очка навыка необходимо надо будет заработать 37 тысяч. После выхода патча на основной сервер уже необходимо надо будет заработать 54 тысячи опыта. То есть есть разница. Разница у нас есть до 13 очка навыка. То есть то, что сейчас и то, что потом, оно отличается значительно. Вы все цифры видите перед собой. Далее после 13 у нас уже идет наоборот, в сторону уменьшения количества опыта, которое необходимо заработать. Совет номер один. Ребята, максимально быстро качайте своих командиров именно сейчас, пока не вышел патч до 13 очка навыка. То есть это надо сделать, старайтесь, прокачивайте, и вам будет потом профит. Какой будет вам профит? Давайте посмотрим ответ разработчика. Ну, собственно говоря, вопрос от пользователя. Какая будет компенсация командирам? А именно, сколько перков сохранится и как будут посчитаны текущие очки опыта? Ответ разработчика. Шкала опыта есть в бюллетене, ну, которую мы только что смотрели. Информация была и в предыдущей теме. Если вкратце, посчитаны будут согласно таблице. Но если опыта вам не хватит, чтобы получить то количество очков, которое было до патча, пожалуйста, еще раз выделю, 0.6.0, вам автоматически докинут, то есть ваши командиры не смогут получить меньше очков навыков после выхода версии, либо столько же, либо больше. Если вы сейчас вашему командиру заработали, допустим, 13 очков навыка, то после выхода патча у вашего командира также останется 13 очков, то есть это как раз о том, что я вам и говорю, зарабатывайте сейчас вот эти вот необходимые очки навыка, они у вас потом останутся. Более детально, как у нас происходит компенсация, вот, пожалуйста, ответ разработчика перед вами. Давайте я вам зачитаю. Уважаемые игроки, в патче 0.6.0 будут следующие правила изменения опыта командиров. Если ваш командир имел 16 и менее очков навыков, то у него сохранится количество очков навыка и имевшийся на момент выхода патча остаток опыта к следующему очку навыка. Например, было 5 очков и 3200 опыта к следующему очку навыка, станет также 5 очков и 3200 опыта к следующему очку навыка. То есть как было, так и останется. Если ваш командир имел больше 16 очков навыка, то его суммарный опыт останется без изменений, и еще дополнительно этот командир получит бонусные 47 тысяч опыта. Если итоговое количество опыта по новой шкале даст дополнительные очки навыка, командир их получит. То есть уже можно заработать, допустим, там 47 тысяч опыта в плюс. И если это поспособствует тому, что появляется новое очко навыка, пожалуйста, вам его откроют. Ну и третье, если ваш командир накопил больше опыта, чем нужно по новой шкале для достижения предельных 19 очков навыка, то он станет командиром с 19 очками навыка, а весь опыт, превышающий необходимое количество для достижения предельных 19 очков навыка, будет переведен в элитный опыт всех командиров. Кроме того, в элитный опыт будет также начислены 47 тысяч бонусного опыта. То есть, вот, пожалуйста, расширенный ответ разработчика. То есть, тут очень много чего интересного. Поэтому, опять же, я вам рекомендую качать максимально, во-первых, большее количество командиров. Во-вторых, качайте, чтобы у них было как можно больше очков навыков, желательно где-нибудь так до 13-го. Если прокачаете больше, ну, значит, будет все равно вам профит. А теперь давайте зайдем в нашу игру, и на примере нашей игры я попробую вам объяснить, как максимально быстро прокачать вашего командира. Для того, чтобы максимально быстро прокачать вашего командира, необходимо зайти во вкладку «Внешний вид» и в разделе «Камуфляж» выбрать камуфляж, который добавляет, допустим, 100% к опыту, заработанный за бой. У меня есть такой камуфляж, вот, допустим, ранговый, я его установил. Также можно будет установить другие камуфляжи, которые добавляют 100% к опыту. Допустим, тип 3 Хэллоуин. Также у нас тут есть, пожалуйста, тип 6, который продается за 30 дублонов и еще даже со скидкой. Ну, плюс есть другие камуфляжи. Вешаем его и радуемся. Далее мы переходим в раздел «Сигналы». Устанавливаем вот этот вот сигнал, который добавляет 50% к опыту командира за бой.
Дальше устанавливаем вот этот вот сигнал, который добавляет 50% к опыту, заработанный за бой. То есть это общий опыт, который также идет командиру. И если у вас есть флаг дракон, то также мы его вешаем, который аж добавляет 333% к опыту командира за бой. А теперь давайте рассмотрим совет номер 2. Игрок на форуме задает следующий вопрос. И было бы неплохо еще осветить вопрос, что будет с командирами, находящихся на переобучении. Разработчик отвечает, вне зависимости от прогресса переобучения, командир его закончит. О чем это говорит? Давайте перейдем в нашу игру. У меня есть командир, у которого специализация граф Шпе. Я его получил недавно по прохождению кампании. И хочу его переобучить на крейсер 9 уровня немецкий под названием Рон. Что я делаю? Я захожу сюда и перед выходом патча на следующий день, буквально там в конце своей игры, я зайду вот сюда, выберу базовая подготовка и нажму начать переподготовку бесплатно. И на следующий день, после того, как уже патч выйдет на основной сервер, я зайду в игру и увижу, что вот этот командир уже получил специализацию совершенно бесплатно на крейсер 9 уровня под названием Рон. То есть вы можете совершенно бесплатно переобучить всех необходимых вам командиров на те корабли, которые хотели. Если вы хотите сделать в ближайшее это будущее, то я вас попрошу подождать до выхода патча с цифрами 0.6.0 и совершенно бесплатно переобучить своих командиров. Наверняка вы сейчас будете качать большое количество командиров, о чем, собственно говоря, я вас и прошу сделать в совете номер один. И после того, как вы их накачаете, то можете потом спокойно перед выходом патча спокойно их переобучить. Самое главное, не забыть это сделать перед выходом патча. Это были пару моих советов. Надеюсь, они будут для вас полезны. Надеюсь, вы прислушаетесь к ним и будете максимально быстро и максимальное количество командиров качать на своем аккаунте, которые вам наверняка скоро пригодятся. Кстати, мы уже знаем, что скоро будут две ветки французов, поэтому если у вас есть дюнкер, качайте командиров на нем. Также у нас будет разделение советских эсминцев, поэтому если внезапно вдруг у вас есть гремящий, тоже качайте, да даже не гремящий, там пойдет любой советский премиум корабль, там Молотов, Николай Первый и другие корабли, которые есть в нашей игре именно советской ветки. Мурманск тоже, кстати, подойдет. Поэтому качайте командиров сейчас, в это время. Это сделать будет гораздо проще, чем потом, после выхода патча 0.6.0. Все, ребята, на этом видео я свое заканчиваю. Надеюсь, оно было полезным. Если было полезным, ставьте лайк, не стесняйтесь. Если вы впервые смотрите мое видео, также не стесняйтесь, подписывайтесь на канал, заходите в паблик ВК, там много чего интересного. Кстати, я разыгрываю там эсминец Блескавица. Возможно, кому-то он будет нужен. Если будет нужен, также участвуйте в конкурсе, и у вас есть шанс этот эсминец выиграть. На этом моменте я буду с вами прощаться. Всего вам хорошего и пока-пока.